Ну, Леонид, конечно, да, охуенно пришел в команду. Легенда. Легенда. Легенда клуба. Будет останется в истории клуба навсегда. Дима, Путин настроен сегодня на игру. Боевой. Я думаю, мы выиграем игру. Вон, смотрите, у нас укрепление в виде Лукаса и Ильи. Ну, Илья, конечно, никакой. Сику, блядь, пошли. У нас сегодня нет... Кого у нас сегодня? Двух Гроссов, Денчеса. Кого еще? Наваса, понятно, Часу. Часу, короче, походу покинул команду. Так, давай, быстро. Первая четверка. Альба, Гоша, Илья, Киря. Вторая, Дима, Эрик. Вторуха, Лукас. Вторухи нет, значит, Титков. Во второй, ну и две четверки играем. Главное, чтобы не было такой фигни, как вчера, типа, образно, как нам забили пару голов. Блять! Просто у нас один человек сзади остается, они выходят два в одного. Да, да, пробуйте, пробуйте, если вы уходите, да. Решите, кто в каждой четверке пусть, последний. Пусть, я думаю, во второй четверке. Пусть, пусть один будет вообще последним, да, другой чуть-чуть. У нас либо ты, либо я. Крайники должны постоянно, ну, быть наготове. Можем менять. Потому что вчера вот, когда нам забили, я Гоша впереди. Если Альба остается самым, ну, типа, самым ко мне ближайшим, я буду тогда заднюю играть. Просто договоримся, типа, что перед передаем игроков. Как вот, допустим, нам первый гол вчера забили, что мы с Димасом, ну, типа, не договорились. Ну, да, да. Что мы сначала стоим вдвоем около одного игрока, потом я говорю, типа, я его держу, Димас начинает бежать, и в этот момент я начинаю на него бежать, и остается один игрок сзади, поэтому... Да, тут не типа один, один остается и передает игрока другому, тот переходит на край. Это именно да. С ним до конца бежать. Если так каждый будет играть, они хуже сделают. Давайте персонально тогда играть лучше. Ты красный реально взял? Персонально играть? Долбоёб. Ты забыл, ты играть с ним идёшь. Футболку я не ту взял. Братан, ты смеешься, блядь. Это ну все окей. Кирилл, ну ты сегодня не играешь. Ебал. Не судьба. Ну, бля, ну вот это ответственность начинает. Ой, бля. Собираться? Я думаю, белая, белая, какая белая, нахуй. Собираться, блядь, за 5 минут до выхода. Тут же тоже белая. Конечно. Охуеть. Так, а подожди. Есть ты? Да. По второму успеешь? Успею. Еще 44. Я сейчас так соло. Давай. Или побежим. Че, Владик, как по настрою, как вообще спалось или не спалось? Игра так рано? Бля, 11 утра, конечно, игра, это забей, если мягко говоря. Ну, еще на вторую игру потом ехать сегодня. Ну, а так, типа, не, нормально, настрой есть, все хорошо. Вроде с мячом пока что подружились, бля. Ну, там, пацаны, потом по игре уже посмотрим. Посмотри, Илюша, допустим, да, сейчас пол идет, дадим точно. Илюша! Опа, зачтено, точная передача. Ну, что, Стаси, как ты вообще готов сегодня работать? Сегодня важная игра. Готов показывать, мастер-класс? Настрой какой? Боевой. Боевой? Что по настрою, что вообще как? Сережа, ну Сережа. У нас ситуация такова, что Кирилл Тимофеев забыл форму. И он, походу, сегодня не играет. Дима, как ты прокомментируешь действия своего друга? Ну, его можно понять, я тоже забывал. Форму на игру, это нормально? Он сейчас приедет, он к середине первого, я думаю, будет. А, он будет, да, все-таки? Да, конечно. Понял. Он поехал за формой. Что скажешь? Я вообще что-то сегодня прям максимально заряжен. Ты заряжен сегодня? Да. Гол будет? Я думаю, ну, да. Ну, щитки есть? Щитки имеются. У меня шорты к ногам приклеиваются, я не знаю, что мне делать. Мне вообще не нравится. Может, водичкой помазать? Я думаю, на размер побольше, блядь. Я думаю, это так, подарок. Мне похуй. 5 минут до игры, и он сидит здесь. Вот. Команда? Гоша. Команда? Гоша. Я не могу. Лукас, что скажешь? Да холодно, я еб... Холодно? Конечно. Вот это футболка из нас. Ой, и мне еще и футболка грязная. Бля. А как это? А как это так? Я не знаю, да хуй с ним. Братан, как ты вообще? Выспался сегодня, а? Да пизду, кто? Вот найдите мне, покажите человека, который ставит игры в 11. Just make me feel, feeling like bulletproof. This bitch gon' make me shoot. She wanted rendezvous.
black roses die for you. Bitch, all I wanna do, ride through the night with you. Through the nights I'm flipping, through the nights I'm texting, through the nights that I'm with you. Oh girl, I got a confession. If you say that you love me, then prove it that you love me. Nothing else above me. Oh girl, you are so lovely. Ooh, you just made me feel feeling like bulletproof. This bitch gon' make me shoot. She wanted rendezvous. Black roses die for you. Bitch, all I wanna do, wanna do. Right through the night with you. Рослов для прессы. Есть кому что сказать реально? Ничего, мне кажется, главное, соперники боевые, типа, поэтому надо кусаться тоже. Да, не бояться. Типа, ставьте корпус там уверенно. Боритесь. Главное, на провокации не ведемся. Ну, пацаны, не ради... Нет, ну, пацаны, ради... Если вы хотите контент сделать, тогда можно. Играем жестко, но не провокационно. Не стоит. Играйте, да, попроще. Но там уже зависит от ситуации, давайте. Ладно, мужики, давайте. Раз, два, три! Самедия! Погромче! Еще раз! С энергией! Раз, два, три! Самедия! Посмотрите на эти заряженные лица, как они готовы сегодня ебать просто. Ну и вот это тоже заряженная троечка. У нас один еще откололся. Кирилл Тимофеев, вот здесь представьте, что здесь есть Кирилл Тимофеев. Блядь, дурак, ремонтируй. Нехуй, сука, форму забывать, да, как выбрал себя. Поехали? Приехал. Кирилл уже, блядь, приехал. Пока не приехал, к сожалению. Видно, что ребята довольно-таки свежие наши. Такие, ну вот, кроме Альберта. Ой, бля. Отскочили штанги, опасный момент. Что скажешь по первым минутам? Блядь, ну движение есть, все есть, но все равно, что-то мне не нравится. Что-то не хватает. Это, что-то не хватает. Меня не хватает на поле. Сейчас ты выйдешь через 30 секунд. Да не, на самом деле, типа, на самом деле нормально. Мне нравится то, что я вижу, движение есть, все есть, но только дрочка на одном крае, блядь, слева. Ну, право вообще, Дима, когда здесь стал, никто не использовал, хотя можно расширить было. Вот. Окей, нашел. Смена! Оп-оп. Так, Илюш, что скажешь? Фух. Ну, ты один нормально. Раз там чуть сейчас в конце. Я все чисто. Не все чисто, мяч. Фу, не, надо. На самом деле, мне кажется, надо играть на верочку, чтобы уж точно проходил мяч. Чтобы спокойно, да? Чтобы уверенно, что было. Ну, типа, да, чтобы ты был уверен, что мяч зайдет. Ну сейчас нужно разбегаться, и уже будет легче играть. Хорош, Альба!
Ну что, братва, скажется? Тяжело как-то. Сейчас подошел на... Тяжело? Ой. Устал, да? Прям пиздец. Альба? Ну, две смены играть, да, тяжело. Лукас? Кстати, неплохо показался, мне понравилось. Уверенно довольно-таки. В туалет хочу. Браво, смена! Илья, остаешься. Движение больше, движение больше. Белая линия. Да, 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 да. Нормально все, блядь, движение больше надо. Хорошо все держится, блядь. Только, блядь, движения мало. Ну, у нас опасных моментов вообще не было, никакой. Ну ладно, право, наши издалека битесь не. Сейчас Кирюха уже пришел. Сейчас во второй четверг будет Кирюха с вами. Допустим. Копин, смотри! Не, 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 о, Месси, браво! Эрик сегодня играет под формой Даниэля Гросса. Свою он потерял где-то, сказал. Поэтому у нас сегодня Месси, Эрик. Хорош, Стас! Наелся, наелся. Быстрее, Илья! Бля, почему Илья? Илюша, ну, бля. Давай смену. Ладно. Окей, бывает. Илюш, как так? Упустил. Так, блять, как? Думал, идти, не идти. Я с того края должен сюда бежать, но хуйня полная. Ну, у нас есть два человека. В первую очередь надо не зону держать, а и человека, если он на розыгрыш идет. Дайте фугату. Там накидки возьми. Как так, Кирюх? Я ебал. Расскажи его историю. Я так ломанулся, это просто пиздец. На чем, ты пешком? Да. Ебать, ты бежал. Как забили нам? Да там, бля, хуйня. Только что забили. Просто с углового пас и в упор расстреляли. Стас гадает. Дима! В камеру празднования! Ты первый гол левой жизни. Оп! Камон, 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 камон! Давай, ребята, камон, 1-0 есть. Ой, 1-1, извиняюсь. Вызывайте вечер день на день. Давай смена! Все четыре! Все четыре! Выходите! Бля, пропускаем сразу. Он бегал, пиздец, он готовый. Заканчивай. Сейчас посмотрим. Дим, что по голову скажешь сыну? Да хуйня залетела. Ну, с левой.
Нормально, да. Я, вот. Как вы так пропустили? Подошва! Дать! Рука его держит. Никто не хочет на него просто выйти. Да. Да! Парни, проходной двор какой-то заходит. Можно было отбивать. Мне так не хочется побомбить на людей, которые не пришли сегодня, пиздец, по таким тупым причинам. Где вторуха? Вот вопрос. Вторуха где? Сказал, придет, его нет. Да, оба гросса, блядь, с нихуя за космос пошли. Дэн сейчас бухой, блядь, сейчас спит. Сказал, что не проснется. Заебись, да, отношения? Мы тут за тройку боремся, а пацаны прийти не могут, блядь. Бесит это отношение, если честно. Я уже даже не буду ничего говорить про опоздавших. Похуй, главное, что пришли. Даже Киря, блядь, ну, даже несмотря на то, что он забил форму, он хотя бы, блядь, пробежал, забрал ее, пришел, типа, блядь, и сейчас неплохо смотрится. Типа, ну ладно, остальные просто, блядь, это что за уважение? Не уважение к команде. На нашу смену, братва! Что поделать? Ну, даже Гоша со мной согласен. Мне все, я совсем согласен. Смена! Линия! Дима! Сейчас желтый будет давать. Смотри, здесь смена делается, ребят, аккуратнее. Нахуй, блядь, бездарь вообще ебаный. Ну, все нормально. Нормально, кстати, вошел в игру сразу с ударом на первых секундах. Потому что я уже готовый. Ну, это... Ну! Да! Браво, 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 браво! Все, первый тайм, конец. Выходит первое, тогда первое у нас уже Кирилл и Эрик дополнут себя, да? Там уже тогда поседался, будет смотреть, потому что вот и добавлять будем, чтобы когда второй раз он представлялся, оставался, если будет времени мало, и счет будет не наш, будет. Посильно, посильно играет 3-2 счет. Мы должны быть. Ну, 30 обидный гол. Большой гол. И первый, блядь, первый не обидный, что ли? Дальше играть сейчас. Мы доигрываем еще где-то минуты, минуты полторы. После этого выходит первое. Там уже дальше после 10 минуты были мессионные стыки или изменения. Так дальше пробуем играть. Игра идет. Эрик уверенный на мяче. Это спину, подай мне ноги. И все, блядь. Где-то сзади полетит. Давай сразу сейчас нормально. Кто-то под ворота сыграет. Нет, мы можем просто... Будем так же дальше играть, да. Просто если они там, допустим, пойдет что-то по пикте, то где-то за 10, за 12 минут... Автор первого гола. Вам слово. Бля, я забыл отпраздновать. Так давай, мы тебе покажем, Димон. Я сейчас забью еще. Мы показываем, Димон, камера, иди празднуй. Он вместо меня играет. Спокойно, карма, карма.
Сам виноват. 45-й. Сам виноват. Я знаю. 45-й? Да. Шарин Дима? Шныриган Дима. Шнырь Дима. Так, второй тайм начинаем. 3-2, да? 3-2. Работаем. Хорош пас! Оу! Карта, 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 ну! Ну это сзади, алло! Это карта, эй! Не спроси. Что не спроси? Можешь... Это карточка, это карточка. Не издеваешься? Не спроси, я тебе сказал, понял? Что не спроси, это карточка. Это фол на желтый. Ну давай, давай, да, хорошо. Хорошо, да. Идиот, блядь. Клоун, нахуй. Там, блядь, рубят, человека, он, блядь, желтую не дает. И имбецил, блядь. О! Да мы... Давай, 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 ребят, завелись! Да, ребят, ну камон! То же самое опять. Да! Куда? Куда вы даете, ребят? Ну камон! Хорошо! Хорош, Дима! Хорош, Димочка! Давай, давай, на нашу смену. А, могли еще забить. Могли. Что, Дима отбил нормально? Еще что? Как ты так? Ну ладно, видишь, так же старик. Я упал там сильно. Еще грудью отбил. Просто все. А, все на себя взял, все удары. Честь своего игрока. Ой, о, ну! Да! Да, да, Кирюша! Да, Кирюша! Браво, Киря! Опять 3-3, этот блядский счет. Три игры подряд, 3-3. Бля, хорошо, завели. Очень хорошо. Давай, давай, такой же темп, ребят. Ой, Лукас. Проход. Я уже пытался объяснять, не стоп. Давай, на нашу смену после этого. Херня прогорает. Почему? Ну, смысл, ну, белая линия, ну, вот тут сколько, 5 метров. Ну, да. Что, не встать, что ли, сюда, что ли? Согласен. Внимание. Кири, что по голосу скажешь? Ну, рабочий обычный. Красивый. Я думаю, не забежь, конечно, почему-то. Спасибо. Не потому, что я в тебя не верю, просто мне почему-то я прям видел то, что вратарь ближний угол. Не, ну ты хорош. Кири в ближний ударит.
Ну давай, давай, давай. Еще раз. Ну! Да боритесь, да боритесь. Левая, левая! Да хуй там плавал, какая левая, блядь. Ни в жизни оттуда левой не ударит. Ну ничего, ничего, давай, давай, давай. Сзади останьтесь. Гоша, сзади останься. Почему он так боится левой бить? Не уверен. Любая хуйня может пыром залететь. Не уверен, может. Даже... Бля. Просто выбей нахуй, выбей нахуй его. Просто даже пыром левой не попадет. Можно со Стасом. Ну кому? Больше не буду говорить. Да что вы мне говорите? Не надо. Вон, ребят, белая линия, можно отсюда выходить, но... Кому? Что по игре скажете, братан? Блять, ну нечего. Альба? Нечего, я жду конца матча. Альба? Там все срубили нормально, да? Ну, это больше симуляция. Нихуя голову не видел. Хуйня? Не, ну он ударил так девяточку, блядь. Пыром нам. Я не видел гол, к сожалению. Отвлекал пацанов и сам себя отвлек. В горячо в Стамбул, залетай в телеграм к вам на байды, говорю, what's up, у меня топовый АМ1 хит. Ну! Бля! Обидно, очень обидно, очень хороший момент. Давай, давай, давай! Мне важна безопасность, у меня длинный клинок, как нормал. Слышал 8 пар их строчек, проты просто набрал рэп. А ты подумай, треки тащи, только иди, баба. Зависаю, мод крутится прямо как Уилзы. Кидаю панчи, все равно падают гильзы. Блядь, ёбаный в рот, ну. Почему вы игрока не берете, Влад? Это твой игрок. Это твой край, твой игрок, ну. Да не оправдывайся, блядь, братан, твой игрок, ну. Два человека бегут на одного игрока. Скажешь по игре? Ну, не знаю. Не очень? Вообще хорошо. Альба, да. Что по игре скажешь? Я ничего не хочу говорить, подышать надо. Понял. Ой! Ну! Блядь! Надо было вверх побить уже. Пиздец, что за момент? Бля, да Владик! Надо, надо смену уже делать, да.
да почему он так не везет, сука? Бля, столько моментов не забили уже. Бля, вратарь вообще просто, бля, очень хороший. Пиздец, нахуй! Сука! Там здесь сидят, нахуй на Сирии. Похлопай, ребят. Бля, братан, ну как так можно? Там, блядь, фол чистый. Ты смеешься, что ли? Серьезно, блядь. Во-первых. Давай, у тебя совести нет. У тебя совести. Не говори мне так. Да все, да, да, иди отсюда. По один момент дошел, у меня после просадства удар гол, блядь. Но мне хотя бы пусто было. А не когда у тебя три игрока спереди, ты, блядь, пыром что-то пытаешься попасть куда-то. Или еще лучше, вообще с лету хуяришь, когда тебе перед тобой игрок, блядь, которого можно дать. Ну, Дима, блядь, один раз просто с краю встал на уголом, открылся по центру. Ему пас пошел, по Диму никто, блядь, не подскочил. Хотя должен был вскакивать тот, который на противоположном углу. Понимаешь, у нас, блядь, 18 человек, блядь, в команде, нахуй. Ну где они, блядь, Саня, нахуй, тренер, блядь, его нету, нахуй. Ладно, Леки, ты уехал. У нас 13 уже, блядь. 15. Ну, часу мы убираем. Ну, да. Но эти гроссы, хорошо, окей, да. Они сегодня за космос будут играть. Но, блядь, я тоже сегодня приехал, потому что... Да нет, это хуйня, блядь, гроссы это тоже нет. Пиздец. Денчес хуйня полная, Саня вообще, блядь, молочу просто. В любом случае, да, обидно, ну, блядь, что сказать. Второй круг... На четвертом. Следующая неделя, второй круг начинается, там уже давай, ребят, посерьезнее. И на треньки с таймика начинаем. И на треньки надо ходить, да, и не опаздывать никуда. Давайте уважать друг друга, и чтобы такой хуйни, как сегодня, не было. Бай, Америка. Да. 153. Попрощайся. Ты домой, Димас? Всем пока. Блять, я говорю, я больше не буду это делать с вами. Шабатшалом. Попрощайся, Кирилл. Всем пока. Попрощайся. Да нет настроения. Прощаться. Андрес, попить. Да, блядь. Нам подарок привезли. Димас, что ты такое? Вамос! Там бомба, там бомба. Что там пиво? Если там пиво, это, ну, тогда... О-о-о-о! Пиво в натуре. Пиво есть. Пацаны, спасибо, скажите им. Спасибо, пацаны. Рука тянется. Чего? Чисто рука, так? Да, бабочка. Забил один или глиба дал? Молодой спонсор, бля. Твои сыновья? Да. Да.
Ну, даже мы проебали сегодня, но вот болельщики у нас принесли нам пивасик, пацанам. Респект. Ты покажи, какие болельщики пивасик. Я уже принес. Показал, точнее. Это плохой пример. Не надо, ну ебать. Да сука. Твоя шайба моя? Это моя. Это не моя, у меня пабы. Это плохо. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Мы сегодня проиграли 5-3, к сожалению. Кто еще будет? Да их. Но второй круг скоро начнется. Там будет много интересных вещей. Смотрите обязательно ролики. Подписывайтесь на наш канал. Следите за всеми видосами. Подписывайтесь на наш инстаграм. На инстаграм каждого, кто здесь пришел. Всем спасибо, всем пока.